Привет, ребята! Вы на канале Рыба Кит, и у нас сегодня ретро-вечеринка. Ретро-вечеринка посвящена деньгам, банкнотам. И я вам покажу, как не надо подделывать деньги. Таким образом их не подделаешь. Но мы один раз собрались с Ваней и думали, что же нарисовать. Нам часто нужно придумывать. Мы часто собираемся, делаем трансляции и думаем, что же нам нарисовать. Мы такие чешем репу, чешем себе затылки и думаем, что же нарисовать. Ну и вот придумали, что хорошо бы нарисовать деньги. Это хорошая идея, деньги всем нравятся, нам тоже нравятся. Особенно, если вы посмотрите на деньги, то они все красивые, такие необычные, синие, там разные рисунки. В общем-то, рисуем деньги, и сегодня я вам покажу эти рисунки. Давайте начнем. Это $10 бермудского банка какого-то или бермудов. Бермудский треугольник — это все, что мы знаем про бермудский треугольник. Но мы что делали, как мы рисовали их? Мы в интернете, в гугле набрали деньги мира, что ли, банкноты мира. И нам выпало много рисунков, много настоящих денег, фотографий, там, не знаю, картинок. Мы выбрали самые красивые. Нам понравилось это за то, что здесь есть черепаха. Ваня нарисовал черепаху, рыбы, красивые коньки какие-то, еще что-то. Ну, все такое красивое, простое. И нам понравилось. Мы взяли и нарисовали такой бермудский доллар. $10 бермудов. Просто. Мне такие рисунки нравятся больше всего. Такой способ рисования. Я вам расскажу почему. Потому что можно собраться с ребенком, вот, или с другом, и просто рисовать, общаться. Я говорю, что он думает, вот так, наверное, надо. Он говорит, что он думает, к примеру, я Ване рассказал, что я думаю про деньги, почему там. Это кажется, японские деньги, японские иены, 2000 японских иен. Я нарисовал кровь, что-то еще такое страшное. Здесь ничего не было нарисовано, страшно, странно. Ну и какая-то японская пагода, строение. Ну вот у Вани получилось чисто русская пагода, он даже крестик нарисовал. Ну вот прям... Ваня узнал много от меня, что я думаю. Трансляцию можно посмотреть. Я узнал просто много про Ваню, что он думает. Он прям вот срисовывал прям точность. Хотя, может быть, он просто какие-то гузюки нарисовал. Я тоже какие-то гузюки нарисовал. Ну, что-то похожее, согласитесь. Вот эти иероглифы даже похожие. Потом смотришь внимательно на объект. Например, ты можешь 1000 раз видеть какой-то объект, например, да, но не понимать, что на нем нарисованы классные рисунки. К примеру, на рубле, да, на рубле. Вот иногда смотришь и думаешь, да, что тут нарисовано. А потом приглядишься и думаешь, ага, здесь такой красивый нарисован большой театр, или здесь биржа нарисована, да, вот Санкт-Петербург. И привлекает внимание, ты разбираешься в этом деле. На разных деньгах нарисованы разные вещи. Так что это советские рубли, здесь Ленин, 10 червонцев, советские 10 червонцев СССР. Ваня тоже впервые увидел эту купюру, я ему рассказал, что были такие, вот это здорово, тролливали. Он такой, да, здорово, мне тоже. У меня в детстве были такие, кажется, хотя так уже немножко призабывать стал, сколько времени прошло. Из-за этого я вам скажу, что вот такие способ рисования, такого способа, просто сели и рисуете всякую фигню. Не старайтесь нарисовать хорошо. Вот Ваня нарисовал настоящего англичанина. Я нарисовал такую королеву, квит, да, это $5 или, кажется, 5 фунтов стерлингов, что-то такое, какие-то английские деньги. Они очень нежные, очень какие-то неконтрастные, но так как это английские деньги, мы хотели нарисовать королеву. Ну вот у Вани получилась настоящая королева, король. Это тоже очень просто. И при этом мы пообщались. Я прям вот вспомню, вот мне хочется пересмотреть прям вот тот ролик, ту трансляцию. Приходите, ребят, на нашу трансляцию. Обычно она в пятницу проходит. Я стараюсь в пятницу провести трансляцию вечерком. Смотрите, как мы рисуем. Рисуйте с нами. Часто нам присылают свои рисунки. Там вот на этой трансляции, я помню, многие нарисовали тоже 100 евро, 100 долларов, там 100 рублей. Мы рисовали все 100. Мы не то, чтобы какие-то деньги определенные. Просто мы взяли самые красивые, самые известные. Например, 100 евро все знают. И красивая архитектура. Ване она тоже нравится. Смотрите, у него тоже есть смысл какой-то в рисовании. Он тоже как вот такое геометричное такое состояние. Вот доллар. Вот что Ваня видит в долларе. Я вижу такой вот доллар, доллар, доллар. Грязная зеленая бумажка, да? А Ваня видит зеленый, one доллар, какие-то треугольнички. Ну, все тоже здорово, только очень просто. Тоже здоровский доллар. Кстати, можно сравнить, хорошо ли мы подделали доллар. Очень отвратительно. С такими деньгами лучше не показываться на свет. И, в смысле, на людей. Людям не показывать, вот. А я вам показываю, не стесняюсь. И вот, вот такие 100 рублей закончились. Сегодня рисунок последний на зеленом сукне. Редко мы рисуем денег. Деньги, ну, наверное, может быть, в ближайшее время мы нарисуем монетки.
Монеток тоже очень много, тоже они очень классные, есть интересные, их еще проще рисовать. Тоже, может быть, с вами соберемся, у нас будет часок-другой. Мы фан, весело поболтаем, поговорим, поузнаем что-нибудь про деньги, почитаем Википедию, обязательно запустим в это время трансляцию. Так что не забывайте про канал Рыбакит, подписывайтесь и всего хорошего, ребят. Рисуйте даже простые вещи, как деньги, банкноты, можно нарисовать. И очень здорово. Ваня это подтвердил, и я это подтвердил. Можно. Пока.